или как по-русски сказать, вишенкой на торте выступит многократный лауреат премии «Шансон года», участник известных телевизионных проектов, певец и композитор Алексей Петрухин! Дорогие друзья, областной фестиваль российской керамики «Синница» собирает друзей! Мы очень рады, что сегодня у нас в гостях человек, который знает не понаслышке о традициях и культурном коде России. Ну что ж, дорогие друзья, вы готовы? Встречайте на этой сцене многократный лауреат премии «Шансон года», участник известных телевизионных проектов, звезда продюсерского центра Ярослава Сумишевского, певец и композитор Алексей Петрухин! Давай. Ну, громче, громче, аплодисменты! Добрый вечер, друзья! Сирень цвела и вспоминал шальное счастье. Я любил тебя и целовал, да не остался. Сирень зачем-то поломал, не побоялся. Сирень весна, поит до плена. Но ты только мне, лишь мне суждена. Сирень до срока расцвела. Но расцветет сирень опять, еще пышнее. Ты для того меня ждала, чтоб не пропасть ей. Сегодняшней встречи. Вы такие все светлые, такие яркие. Спасибо организаторам, что пригласили. Спасибо этому фестивалю. Вообще люблю наши традиции. И Гжель, конечно же, это наша исконно русская история, которой нужно
гордиться. Признаюсь честно, у меня много что есть из Джели, и всегда это храню с огромной радостью. Как настроение у вас, друзья? Ну что, мы продолжаем. Следующая песня «Как на тройке» она называется. И очень радуюсь, что она ушла. Можно в... Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Вот, цветочки. Страшно точится, она такая, ох,
метро. Андрюх! Да и слезинка на рубашку бросится. Ну что поделать, ей нельзя помочь. А я пойду гулять по палисадникам, цветов нарву с улыбкой на лице. И без забитым снежевик и складником сердечко поберем на твоем крыльце. А жизнь моя с горбушкой расхохочется, и будет сняться, а по деревне в дождь. А жизнь моя крошится, но знаю я, меня не повезет. Еще раз огромное спасибо организаторам. Андрей Николаевич Толстяков, огромное спасибо. Вот. Я просто... А вы счастливы? Да! Ну, спасибо вам большое. Если вы счастливы, то я тоже счастлив. Спасибо! А вечерочек, а вечерок, а рядом милая.
спасибо. Когда я спросил организаторов, что же спеть, он говорит, ну Алексей, ну что-нибудь повеселее. Ну я понимаю, что уже сейчас это давление подскочит у всех. Да и хочется исполнить что-нибудь такое спокойненькое. Романс у меня есть, маэстро. А где танцующие? Я не вижу. Мужики, вы... Ну-ка, не-не-не, так не пойдет. Ну что ты один стоишь, машешь? Ну что ты? Пригласи девушку мою. Ой, заря разлилась в луга. О любви всегда. Ну что ты один тоже маешься, ходишь? Ну найди себе кого-нибудь. Понимаю. Вы только что познакомились, правильно? Кивай, говори, да, только что познакомились. Друзья, поддержим! Какие замечательные они! Посмотрите, как они танцуют! Спасибо. И зачем снега? Зачем зима? Ты зимой была, а любовь она как сирень в саду. А любовь сама нежность на виду. А любовь сама нежность на виду. Зачем снега?
Так наш романс выглядит. А из соседнего села ко мне заехала она. Давай на ваш гармонь моя, и буду наши до утра. Друзья,
корыстную косу. Заплетешь ты в косы росы месяц молодой. Сопьются дым странные, мы попьем я и ты. И закроют нас туман от ворожки. Не отпущу тебя, не отпускай меня, молю. Где-то там за рекою только мы. Без любви нет дороги. Свет луны от любви и до любви. Любовь и свет, и она моя, любовь заветная. Ты любовь моя, и нету ночи без тебя, ты меня. Знаю я, что только ты.
Как вас зовут? А фамилия? Как? Войчук? Анна Войчук? Бойчук. Анна... И, друзья, Анна Бойчук! Она не ожидала этого поворота. Спасибо тебе большое, что не отказала. И вышла поддержать меня на сцену. Любовь, ты светлая. Ребят, поддержите, пожалуйста. 8-926-104. Следующая песня, в общем... Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад, что сегодня на этой сцене вам подарил свое искусство, подарил свою любовь мой давний друг. Мы с Алексеем долгое время проработали в хоре имени Пятницкого. Я его очень люблю и уважаю. Леш, я всегда рад твоим успехам. Ты молодец. Ну и, конечно, как мы все кжельцы! Как мы могли отпустить его без сувенира кжельского? Спасибо! Я могу посмотреть? Конечно, посмотри, дорогой. Так, давайте. Давай, помогу, цветы подержу. Давай. Спасибо! Видишь, как тебя принимают? Опачки, вот такая вот тарелочка. На память, займет свое место на полочке. Да. Спасибо большое. Я правда очень люблю наше все русское родное. Спасибо большое. Алексей, огромное тебе еще раз спасибо от всех нас, от всех жителей города Раменска, от всех тех, кто сегодня пришел поддержать тебя. Я смотрю, у тебя есть и фанаты, это очень прекрасно. Алексей Петрухин, это флаги, это уже показатель. И я очень рад, что все-таки ты нашел место в своем сложном графике, плотном графике, и приехал, и поздравил наших людей. Спасибо огромное! Спасибо. Давайте еще раз поприветствуем! Спасибо огромное! Я тебя люблю! И вы нашли! Спасибо большое! До новых встреч, друзья! Будьте счастливы!